Многочасовые ежедневные тренировки, занятия в тренажерном зале и даже уход из школы на домашнее обучение. Для 16-летнего Александра Санина стремление побеждать – не громкий лозунг, а стиль жизни. По мнению его тренера Александры Таранниковой, для спортсмена это очень важная черта характера. Мальчик очень перспективный и амбициозный. То есть данные у него хорошие. То есть он сейчас в этом году очень вырос и прибавляет хорошо в результатах. И у него большие амбиции у самого. То есть это хороший показатель. Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Classic в первых числах декабря прошли в подмосковной Рузе. Там Александр Санин выступил на дистанции 100 метров вольным стилем. Очень плотно все на второй половине дистанции разворачивается. Накатывают у нас ребята, плывущие по шестой и по седьмой дорожке. Даниил Поляк, Александр Санин. В итоговой таблице заплыва Александр Санин был только на четвертой позиции, но перед ним финишировали заграничные пловцы. Таким образом, в общероссийском зачете он занял первое место. Впрочем, каких-то конкретных целей в этот раз спортсмен себе не ставил. Проплыть очень быстро. Желательно было за 50 секунд. Понимал, что нереально, но главная цель, что была. Ожидал, что проплыву лучше, но результат нормальный, сказали. Да, думаю, да, потенциал есть. Бассейн «Дельфин» по праву считается кузницей спортивных кадров России. Именно здесь начинали свою карьеру многочисленные победители Олимпийских игр и чемпионатов мира Евгений Рылов и Иван Гирев. Но у нашего героя и его тренера ближайшие планы пока поскромнее. Чемпионат Московской области. Хотим, конечно, получше уже проплыть. Дальше будет первенство Московской области весной и отбор на Россию. Таким образом, уже сейчас спортсмен готовится к участию в чемпионате Подмосковья, где рассчитывает, в числе прочего, выполнить нормативы названия мастера спорта. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.